Я бажаю міцного здоров'я всім, хто разом з нами на Політеки. І сьогодні з нами на зв'язку політичний експерт та головний анархіст України Михайло Чаплига. Пане Михайло, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Михайло, що відбувається на польсько-білоруському кордоні? У Польщі кажуть, що Володимир Путін використовує Олександра Лукашенка і відновлює Російську імперію. Наші ж аналітики стверджують, що на наших очах розгортається нова гібридна війна. А яким є ваш аналіз і розуміння цієї ситуації? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что все войны за всю историю человечества в любой точке мира являются гибридными. К примеру, война за независимость в США. Если я не ошибаюсь, то там активно участвовали товарищи британцы и очень активно участвовали товарищи французы. Вот. Но никто не объявлял это американско-французской или американско-британской войной. Поэтому еще раз подчеркну, все войны являются гибридными по определению. Это первое. Второе. Войны бывают разные. Бывают экономические. Ну, например, когда Россия играет в своих интересах и на запрос об увеличении поставок газа говорит, нам самим надо, поэтому нас удовлетворит, если у вас будет расти цена. Это называется экономическая война. Собственно говоря, точно такую же экономическую войну ведут США, когда вводят на нас свои пошлины на сталь. Ну, видите, у нас такие великолепные партнеры у нас объявились, да? Вот. Или когда сенаторы США призывают прекратить экспорт американской нефти, потому что она нужна им самим. Естественно, это вызовет рост цен на нефть. Но никто почему-то я не слышал, чтобы кричали, что США ведет гибридную войну против Европы или против всего мира. Видите, это другое. Знаете, какая рубрика у нас есть? Это другое. Вот. Поэтому нужно понимать, что все войны настоящие сегодня это экономические, торговые, а теперь еще и миграционные войны. Это да, новое веяние, миграционные войны, хотя они были давно. Говорят, что Древний Египет пал после того, как была засуха, и товарищи ворвались в Египет, и всех, так сказать, желающих покушать, Египет прокормить не мог. Поэтому, собственно говоря, миграционные войны тоже были еще 5000 лет назад. Поэтому, собственно говоря, ничто не ново под луной. А впервые ли мы встречаемся с гибридными войнами, например, миграционными в наши дни? Абсолютно нет. Я хочу напомнить про Турцию, которая граничит с Сирией, куда зашли уважаемые товарищи русские, уважаемые товарищи американские, уважаемые товарищи британские и другие уважаемые товарищи, которым очень хотелось пожрать чужих ресурсов, учинили там войну, естественно, во имя демократии, светлых идеалов доброй жизни. Закончилось это огромным потоком беженцев. Эти беженцы бежали в так называемый Курдистан. Ну, никакого Курдистана пока что не существует, так как и курдского государства. Вот, собственно говоря, они начали бежать в Турцию. Турки, естественно, от этого дела прозрели, вот, и сказали, что такого кино не будет. И зашли на территорию Сирии под предлогом того, что, собственно говоря, нужно бы лагеря сделать им там, а не у нас, на территории Турции. Ну, естественно, по ходу пьесы увидев, что уважаемые товарищи британские, американские, русские и прочие, немецкие и все остальные удачно и сладко воюют себе в Сирии, турки тоже решили под этим предлогом туда зайти, ну, под предлогом гуманитарной миссии, помочь беженцам, так сказать. Ну, а почему бы и нет? Вот. Собственно говоря, к тому моменту скопилось чуть больше миллиона беженцев из Сирии. Миллиона, это огромное число. Вот. Ну, естественно, турки задались вопросом, а что же мы будем с ними делать? Тут со своими бы курдами разобраться. Вот. И турки сказали, а не хочет ли уважаемая Европа дать нам денег, желательно побольше. Поскольку все эти товарищи явно не в Турцию собрались, а они хотят пойти к хозяевам той демократии, которая бомбами падает у них на их города. Ну, спросить, очевидно, денег каких-то своих, мне так кажется, да? Вот, и турки вполне справедливо обратились к Европе с вопросом, вы там в Сирии что наделали, демократию несли? Так вот, к вам гости, почти миллион гости. Они пока у нас тут транзитом гуляют туда-обратно. Собственно говоря, мы их мало интересуем. Поэтому, поскольку вопрос вообще не наш, мы их, это, к вам откроем границу, а вы уже там их ловите, как хотите, это вообще не наши проблемы. Вот. Ну, или если вы хотите, чтобы они остались у нас, так сказать, на транзитной территории, то в таком случае, очевидно, вы должны нам денег за это дать. Турки своего добились, да? А чем эта ситуация сейчас отличается от того, что происходит на польско-белорусской границе, да? Сложно сейчас сказать, какой этнический состав беженцев, которые двигаются в сторону Европы. Совершенно очевидно, что ни Польша, ни Беларусь не интересуют этих товарищей беженцев. Их интересует источник демократии. Давайте подведем теперь этому всему итог. Значит, есть точка А, это весь большой мир,
И есть золотой миллиард, точка Б. Этот золотой миллиард, собственно говоря, стал золотым миллиардом исключительно потому, что в свое время грабил весь мир. Ну, или вы думаете, что, собственно говоря, Франция, Бельгия, Германия, Британия, Америка, ну, да, что ж тут греха таить, Испания, Португалия и другие страны стали такими уважаемыми и богатыми только потому, что они вовремя устроили демократию? Нет, конечно. Исключительно потому, что они ограбили и, извините, отгеноцидили весь земной шар. Ну, сейчас вот товарищи продолжают геноцидить Африку и оттуда выкачивать все, а теперь еще взялись и на Ближнем Востоке. То в Ливии там плохая демократия, теперь у нас две Ливии по ходу пьесы. То в Ираке что-то не так с демократией случилось. Иран пытались, но Иран по зубам надавал. Ну и, собственно говоря, Сирию поделили. А почему бы и нет? Действительно, там же коридоры идут интересные. Вот. Ну и все это под предлогом демократии. Хочу напомнить, что в Бельгии еще в 60-х годах в городе Брюсселе это был человеческий зоопарк. Деток негритянских показывали. Вопрос, откуда в Бельгии взялись негритянские детки в зоопарке? Ну, очевидно, ну, наверное, демократию несли, я так понимаю, в те страны, откуда эти деток привезли в зоопарк. А французы, товарищи французы ручки рубили деткам на приисках, потому что Северную Африку, они там это, демократию несли в Северную Африку, несли очень сильно, кушать нечего было. Детки пытались на приисках что-то воровать, а французы почему-то считали, что это их. А, соответственно, деткам надо руки рубить, чтобы не воровали на французских приисках у себя дома в своей стране. Ну, давайте подведем итог тогда этого всего. То есть, получается, что уважаемые демократические страны, которые в свое время рубили руки, там, если это речь идет о Франции, рубили руки деткам, которые пытались для того, чтобы выжить, на рудниках что-то воровать, у себя же в стране, понимаете? То есть, товарищи французы пришли туда, рудники начали все выкапывать, им ручки рубили за то, что те кушать хотели. Товарищи бельгийцы деток возили к себе в людской зоопарк еще в 60-х годах. Показывали черных деток у себя в зоопарке. Ну, тоже же, очевидно, откуда-то они это взяли. Про британцев вообще молчу, да? Вот. Испанцы все хорошо помнят, Португалию тоже неплохо, я так понимаю, помнят. Вот. Ну и так далее. К чему я веду? Веду к тому, что этот золотой миллиард удачно ограбил весь мир. По сути, вверг этих людей, которые живут в тех странах, в нищету, оставил их без недр, без ничего, без средств существования. И, естественно, эти люди будут мигрировать туда, где они смогут покушать. Вообще-то, справедливости ради, они туда должны прийти для того, чтобы спросить, а где наши деньги? Ну, если вы выкачали отсюда все. Но при том, что они мигрируют из точки А в точку Б, то есть в этот страны золотого миллиарда, то, соответственно, есть и транзитные страны. Возникает вопрос, а в чем вина транзитных стран? Почему они должны оставлять этих людей на своей территории, если не они учудили эти войны, не они это все грабили, и почему эти люди должны жить на их территории, если они все равно рвутся в другую страну, это раз. И второе, а почему они должны за это, ну, эти страны транзитные, должны это все содержать. Пан Михайлович. Вот Белоруссия точно так же, по примеру Турции, сказала: добрый вечер, это ваша проблема, мы открываем границу, миграционный поток идет к вам, решайте это сами, у вас демократия, вы это дело грабили, вам за это и рассчитываться. Вот Пан Михайлович, что происходит на границе. Якраз зараз і будемо про це говорити, але от якщо от, спробувати от, пояснити оцю ситуацію, яка наразі складається на польсько-білоруському кордоні, як вдалося 2-3 тисячам мігрантам, власне, сколихнути всю Європу, підняти польську армію до повної бойової готовності, до такого стану, що навіть і наші демократичні інституції там почали екстрені засідання проводити? Ну, во-первых, их чуть больше, чем 4 тысячи, их там чуть больше 10, если я не ошибаюсь. Это первое. Второе. Польша, нужно понимать, что поляки сейчас при власти, у них консерваторы. И эти консерваторы категорически против выступают миграционных квот, которые им вешает Брюссель. И поляки категорически отказались. Они сказали, что они никого брать не будут. И пусть себе, если немцы хотят там развивать какую-то там, не знаю, демократию, иммиграционные вопросы, то, пожалуйста, к себе их и забирайте. Немцы, естественно, указали на брюссельские решения. Сказали, что поляки должны у себя это размещать. Естественно, все это отразилось на внутриполитической ситуации в Польше, где консерваторы выступают категорически против всяческих миграционных квот.
и вообще против мигрантов. Либеральная часть, которая сражается с консерваторами, у них расклад был приблизительно 50 на 50, естественно, выступают за то, что, ну, давайте как-то вот принимать все-таки, да, то есть это мы же в Европейском Союзе, там, демократия и так далее, и так далее. Вот. В результате правящая партия решила воспользоваться для того, чтобы свои рейтинги поправить, потому что последние опросы показывали падение популярности консерваторов и рост либералов. Ну и, соответственно, партии правящей нужно было что-то делать. Правящая партия, естественно, начала ради этих 4 тысяч, или сколько там сказать, пусть даже 10, поднимать армию, устраивать показательные там движения. Ну, как у нас это все делалось в свое время, когда Порошенко нужно было остаться у власти. Вот точно так же начала действовать действующая власть в Польше. И им это выгодно, этот кризис, потому что сейчас опросы показали, что у них просто стремительный рост вверх, и либеральная часть поляков, которые считали, что они уже практически победили, сейчас находятся просто в разбитом состоянии, не знают, что делать. Потому что на фоне этого кризиса, который, собственно говоря, выгоден всем, он выгоден и России, естественно, для того, чтобы поставить евросоюзное место, и в частности поляков, он выгоден Беларуси, для того, чтобы отомстить за все то, что Польша сделала по отношению к действующей власти в Беларуси, он выгоден польской власти. Очень выгоден. И польская власть сама сейчас накачивает этот конфликт, который яйца выеденного по сути не стоит, накачивает, всю армию поднимает, вертолеты. Я бы на их месте еще истребители запустил. Пане Михайло, ну, а кому эта ситуация невыгодна? Вот абсолютно невыгодна. Вся эта ситуация невыгодна сейчас старой Европе, потому что они стали перед дилеммой, потому что у них сейчас кризис ценностей. С одной стороны, у них все ценности номинированы в евро. Европейские ценности всегда номинируются в евро и хранятся в Европейском банке. Они циничны, прагматичны и рациональны в этих ценностях. А с другой стороны, они грабили весь мир под лозунгами демократии, свободы, равенства и так далее, и так далее. Особенно вот этих asylum seekers, это ну, те, кто ищут убежище, их надо защищать и так далее. И старая Европа стала перед дилеммой, что делать. Либо остаться, ну, то есть они же публично декларировали не материальные ценности, а духовные, там, правовые какие-то. А оказалось, что оно не работает, потому что иначе валится экономика. И, собственно говоря, теперь им нужно выбрать либо холодильник, либо телевизор. Вот. И наибольшие проигравшие стали являются вот эти неолиберальные ценности, которые они декларировали, и все их лицемерие. И, собственно говоря, это кризис идентичности Западной Европы и всего либерального мира. Пане Михайло, от про прагматичні цінності або лицемірство зараз поговоримо. Речник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Нільс Шмід, достатньо серйозний мужчина, пропонує залучити Україну до вирішення проблем біженців на кордоні Польщі та Білорусі. Як сказав політик в інтерв'ю, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в Європейському Союзі. Цитую. Так, ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Європейський Союз, сказав Шмід. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, а от гроші на мігрантів нам дадуть чи під відсотки нам позичать? Ну, в принципі, в таких случаях все залежить від руководителя країни. Якщо б на місці Зеленського був Ердоган, то дали б денег стільки, скільки треба. Вот это было бы, ну, правильно. Или если бы на месте Зеленского был Лукашенко или Путин, да, тогда дали бы денег нормально. Тогда можно было бы говорить о том, что часть этих мигрантов мы вполне могли бы использовать как трудовые ресурсы, потому что наши трудовые ресурсы уехали в ту же Польшу, да, и в другие страны. Часть из них была бы возвращена к себе на родину, и это оплатили бы, Европейский Союз оплатил бы это все. И, собственно говоря, заработали бы наши авиаторы, по большому счету. Заработали бы наши строители, которые могли бы построить эти притулки там, ну и, соответственно, там, точки содержания, да, лагеря этого всего. Заработали бы и пенитенциарная служба наша, и полиция, и миграционная служба, и так далее. То есть это можно было использовать во благо для страны. Заработал бы бюджет, который бы получил огромные деньги, ну, именно о таких деньгах, если вести речь, если бы мы нормально могли торговаться, если бы власть в Украине была субъектной и суверенной. В условиях, которые есть сейчас, мы не являемся, к сожалению, такими. То есть государство суверенно, а власть не особенно. Вот. И тогда говорить о том, что мы можем это сторговать, бесполезно. Более того, Европейский Союз будет отталкиваться от нашей ассоциации. Помните, мы подписали соглашение об ассоциации?
и все так аплодировали, а против него выступал Азаров. Но Азарова почему-то выгнали и сказали, что он нехороший человек редиска, и начали его преследование. А вдруг по прошествии стольких лет все признали, что, оказывается, это было невыгодно Украине. Ну, не надо было это подписывать. Ух ты, блин, как мы прозрели там внезапно, внезапно, я бы так сказал, да. Так вот, в этой ассоциации уходе записано, что Украина обязуется системно работать в вопросе миграционной политики вместе с Европейским Союзом, в том числе и принимать беженцев. Понимаете, что там написано? Более того, у нас подписан договор о реадмиссии. А что такое реадмиссия? Это когда какие-то товарищи, каким-то волшебным образом попав в Украину, следуя далее в Европейский Союз, пересекают волшебным образом границу, а их там ловят, то их возвращают к нам обратно, по причине чего, если вдруг у них в кармашке найдут какой-нибудь чек из какой-нибудь пивной в Украине. Ну, а как вы думаете, поляки организуют набор чеков из пивной в Украине для того, чтобы сунуть в карман каждому, кого они поймают, а потом по закону, по договору о реадмиссии вернуть их обратно? Я конечно. Думаю, що німці только... їм цьому допоможуть. Що стосується конечно, пива, то конечно. Німці допоможуть обов'язково. Пане Михайло, от щодо цієї пропозиції німецького політика, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вже відреагував, і почуємо, власне, яку пораду він дав пану Шміду. Ми розглядали цю відповідну заяву пана Шміта. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три, по п'ять, скажімо так, до себе. От, якщо ви мали місто Бундестаги, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе, хай вони там от, знаходяться. От, чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Ну, якщо... Таке було питання. Дуже дивно, коли німці починають, скажімо так, нам розповідати, що нам з цього приводу робити. От, така пропозиція, до речі, прозвучала, я не жартую, от, що їм, от, саме соціал-демократам. От. Ну, от з якого переляку ми маємо їх брати до себе? От, Даніло пропонує, щоб вони перебували там в стінах Бундестагу, щоб німецькі депутати їх там десь розміщували і, мовляв, це ваш клопіт, займайтеся. Хуже дурака, дурак с инициативой. Потому что есть вещи, которые комментировать не нужно. Если бы Данила промолчал или это откомментировал какой-либо депутат, политик, ну или там, не знаю, советник фракции Зеленского, это было бы понятно. Но когда это комментирует секретарь Совета национальной безопасности, во-первых, это поднимает уровень, потому что там ну, комментарий этот дал не последний, конечно, человек, это консультант по соответствующим вопросам, по сути, правящей партии Германии. Если кто не понимает систему, то я объясню. У них партийная система, то есть аппарат партии иногда более влиятельный, чем кабинет министров, ну или правительство, или фракция в парламенте. То есть у них аппарат партии – это суть всего. Это как у нас при Советском Союзе было там ЦК КПСС. Да? И, соответственно, консультант ЦК КПСС, он трошки круче, чем рабочие крестьяне, которых набрали в депутаты. Вот. Поэтому достаточно не последний человек. Это первое. Второе. Но комментировать его по рангу должен быть точно такой же человек, а не Данилов. Более того, Данилов, ну, очевидно, ну, мягко говоря, подставил президента. Потому что завтра посольство Германии пришлет товарищу президенту напоминалку про нашу ассоциацию, соглашение об ассоциации. Задаст вопрос, как мы это будем исполнять. Поставит перед фактом, что мы обязаны сделать. И далее Зеленскому уже не будет пути маневра. Я понимаю, что Данилов начинает играть игру, которую играет сейчас консервативная партия в Польше. Но уровень поддержки консервативной партии в Польше, «Право и справедливость», ну, просто зашкаливает по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине. Более того, Европа очень озлоблена, ЕС озлоблен и на Венгрию, и на Польшу. И еще там есть некоторые страны, которые к ним примкнули в вопросах, скажем так, отказа от верховенства права, в вопросах установления определенного рода диктатуры в своих странах, ну и отказа от европейских ценностей. Но Польша и Венгрия себе это могут позволить, как минимум. А может ли это позволить себе Украина, это, конечно, вопрос. Вот. И я уже читал реакцию со стороны, ну, скажем так, ну, я их называю там соросовские товарищи, да, они очень резко отреагировали на это все. Я себе представляю, какая реакция будет Европейской комиссии, какая реакция будет представительства Европейской комиссии в статусе посольства в Украине, какая реакция будет посольства Германии после всего, что было. И
Ну, скажите, если мы, значит, Россия у нас страна-агрессор, Белоруссия страна под нашими санкциями, с Польшей у нас там чуть ли не забор поляки собираются строить, с венграми мы горшки побили, румыны видят, спят и видят Румынию Мары, да? Объясните мне, пожалуйста, мы еще и с Европейским Союзом горшки должны были побить, потому что то, что сказал Данилов, я переведу с, с дипломатического языка, да, или там как бы вопросы дипломатии, простой. Данилов дал мокрыми трусами по морде правящей коалиции в Германии. Вот что он сделал, причем сделал это публично. Как вы думаете, что теперь делать Украине после всего этого? То есть мы, я не знаю, уже не осталось никого, кому мы, извините, трусами по морде не дали, да? Там Санду мы подставили путем кражи этого судьи с их территории. С Грузией мы поругались. Ну, у нас же тут Саакашвили по ходу пьесы концерты им устраивает. Скажите, у нас на границах Украины еще остался кто-то, кому мы не плюнули на пиджак? Ну, просто вот чисто спортивный интерес. Поэтому, я думаю, товарищу Данилову надо подарить жвачку, потому что лучше жвать, чем говорить. Пане Михайло, ну, якби давали не мокрими трусами, а сухими, я думаю, що це мало щоб змінилося. Давайте все ж таки перейдемо ще також і до інших тем. Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що немає наміру створювати спільну політичну силу з колишнім головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Давайте почуємо пана Авакова. Получил запрос от РБК «Украина» и других изданий следующего содержания. Чи правда, что Арсен Аваков працює над створением або має намір створити спільну партію разом з Дмитром Разумковым? Говорят, что информацию подтвердили несколько нардепов из «Слуги народа». Отвечаю, РБК «Украина» и всем другим СМИ, которые этим интересуются, которые вольно и невольно стали участниками провокации от офиса президента. Нет, неправда. Но мне известно, что после испуга в офисе президента состоялась рабочая нарада, длинная, мощная и содержательная, во главе с Ермаком, Подоляками и прочими людьми, которые там занимаются медийной работой, и принято решение контратаковать вот такого рода фейками. Для РБК «Украина» и для всех остальных СМИ, еще раз повторяю, я не собираюсь делать никакого совместного политического проекта с Дмитрием Разумковым. Ни я, ни Яценюк. И тем не менее, хочу пожелать Дмитрию Разумкову удачи во благо Украины, так же, как и Владимиру Гройсману, так же, как и Смешко, Юлии Тимошенко, Ляшко, Кличко и всем остальным, кто готов профессионально действовать во благо Украины. Профессионально, а не имитационно. Это очень важно. А придумщикам из офиса президента я хочу пожелать обратиться к классике и вспомнить популярного в эти дни экранизацию романа Фрэнка Герберта «Дюна». «Страх убивает разум». Не бойтесь. Обычно концентрацию умных людей боятся или слабаки, или дураки. Вы из каких будете? Пане Михайло, оскільки ви плануєте балотуватися на посаду президента України, скажіть, щоб розставити всі крапки над «і», місце у вашій команді для Арсена Авакова знайдеться? Ну, в лучшому випадку совєтника. Умних людей я вважаю. Но нет, в плані депутатства или в плані присутствия в исполнительной власти нет. В плані совєтника, да, а в плані управління нет. Потому что ценности у нас несколько разные. Вот, это первое. Второе. Давайте обратим внимание на то, что он сказал правду. Арсен Аваков действительно не делает никакой партии вместе с кем-то. Он делает эту партию под кого-то. Соответственно, то есть действительно, ну, скажем так, мое ухо уже устало слышать звук этого ремонта, да, как это, отбойного молотка, да, который происходит по всем областям Украины, где уважаемый Борисович, обозначивший своего партнера Яценюка, я хочу, чтобы вы четко это понимали, что Арсен Борисович – это связка с Яценюком. Четко. Строит, да, действительно, партию под нового Зеленского. Ну, не хочу тыкать пальцами, я думаю, все прекрасно понимают, кого Ахметов сейчас ведет в новые Зеленские. Просто потому, что у Ахметова случился конфликт на угольной теме и электрической.
Ну, то есть, давайте с самого начала. Консорциум олигархов решает, что нужно поставить клоуна во главе государства. Ну, хорошо, они это делают. Вот отлично. Когда вдруг вокруг президента собирается группа людей, которые думают, что у них абсолютная власть, и теперь они могут избавиться от тех, кто их поставил, и начать передел электрического, энергетического, угольного рынка, то, естественно, это вызывает недовольство среди тех хозяев, которые сформировали монобольшинство, загнали туда своих депутатов, ну и, собственно говоря, избрали своего президента, или назначили, я даже не знаю, как это правильно сделать, используя веру людей в то, что завтрашний день может быть лучше. Вот. Ну, собственно говоря, случился вот конфликт между товарищем Ахметовым и товарищем Зеленским. Ну и знаете, как в том фильме «Безымянная звезда», когда монолог Грега известный, да, вдруг появляется мадам Куку, да, и он говорит: «Эсмеральда», да, она говорит: «Я не Эсмеральда». Он говорит: «Вы знаете, вы не человек, вы аргумент, вовремя появившийся в данном месте. Поэтому я не называю имя и фамилию того, кого как инструмент в этой борьбе использует Ахметов в борьбе с Зеленским. Потому что это в данном случае, да будь ты хоть самым умным, совестливым, правильным и так далее, ты просто инструмент в этой борьбе Ахметова с Зеленским, где мы страдаем». Теперь идем дальше. Аваков заявил о том, что он просто хочет быть, насколько я понимаю, премьер-министром. Для этого ему абсолютно не нужно быть ни депутатом, ни какой-то партии там возглавлять, или быть где-то там в этой партии, или даже баллотироваться куда-либо. Для этого ему нужно быть просто серым кардиналом, который владеет фракцией в парламенте и владеет соответствующими, там, сказать, нитками в исполнительной власти. У него это есть. Поэтому Арсен Борисович сказал абсолютную правду. Он вместе с Яценюком, Гройсманом и другими уважаемыми обозначенными им лицами пытаются зайти в исполнительную власть, но для того, чтобы ее взять, нужно провести выборы. Для этого в парламенте должны быть новые куклы, новых людей, которых он будет готовить и координировать. Абсолютно правильно он сказал. И всю правду скажу вам прямо. Но еще раз, чтобы не было обид, я считаю, что и Разумков является достаточно умным, толковым, но мои, так сказать, взгляды политические его диаметрально противоположны. Я к Соросятам отношения не имею. Точно так же я не имею отношения к Соросятам ни Ахметова, ни Авакова, ни кого-либо другого, но считаю этих людей умными, грамотными, скажем так, и касательно концентрации умных людей, ну, Аваков был абсолютно прав. Да, тут действительно концентрация умных. Только вопрос, чего эти умные хотят принести Украине? Это уже десятый вопрос. Пане Михайле, от щодо Дмитра Разумкова, забагато зараз інформації, тлумачення щодо створення ним цього міжфракційного депутатського об'єднання. Але от цікавить питання, на вашу думку, чи позбавлять все ж таки його депутатського мандату і якими тоді будуть подальші дії Дмитра Разумкова? Ну, звісно, що є от в такому разі можливість балотуватися на окрузі Антона Полякова і спробувати зайти, точніше повернутися до Верховної Ради як депутат-мажоритарник і який шлях може обрати Дмитро Разумков, на вашу думку? Не, никаких шансов у него там по мажоритарке избраться нет. Ну, попробовать может, конечно. Я думаю, что он даже пробовать этого не будет, потому что это слишком опасная игра. Дима – это игрок идеологический, то есть его поддержка, электоральная база размазана равномерно по всей стране, поэтому сконцентрировать ее в одном округе, где ну, за пачку гречки можно что-нибудь купить, то, собственно говоря, это ну, всегда на всякого хитрого с пачкой гречки найдется два с пачкой риса. Вот. Поэтому очень опасная игра. Могут ли его выгнать? Да, скорее всего, его выгонят из депутатов. Чем это закончится? Ну, будет делать свою политическую партию. Но закончится, с другой стороны, это может, большим политическим кризисом. Потому что, ну, если мы посмотрим, кто, сколько депутатов от «зеленых» вошло в это межфракционное объединение и сколько еще стоят на низком старте со стороны мажоритарщиков, которых нельзя выгнать. Но даже если и войдут те, кто по списку, то ну, все равно определенный период времени нужен будет для того, чтобы лишить их мандата. Соответственно, начнется отсчет 30 дней для того, чтобы сформировалась новая коалиция. Дело в том, что если вы посчитаете всю математику тех, кто вошел в это межфракционное объединение, которое ни к чему не обязывает. Межфракционное объединение – это просто группа по интересам. Там мы можем завтра создать межфракционное объединение за, ну, не знаю, сохранение желтой листвы у меня во дворе. Ну, это ни о чем. Просто ни о чем. Это даже не депутатская группа. Но если лишают Дмитрия, лишают мандата, эти люди завтра формируют депутатскую группу и выходят из фракции. А если они выходят из фракции, в ней остается 225 депутатов. Это
ну, по тем подсчетам, что сейчас, меньше 226. А скорее всего, что там будет и меньше 220 из того, что я знаю, понимаю. А это значит, что в этот момент наступит крах монобольшинства. На этом как бы заканчивается вообще вот эта монокоалиция, или как они ее назвали. Естественно, можно оттягивать момент оглашения, как это было в прошлом парламенте. Но тогда мы входим в старую воду, потому что мы помним, чем закончил прошлый парламент и его нелегитимность. Поэтому это очень опасная игра. Можно объявить сразу о том, что кончилась монокоалиция, и сразу перейти к коалиционным соглашениям. А мы понимаем, что уважаемый ах, какой инвестор, уже давно прикупил много разных других фракций. И коалиция может быть создана, но уже без Зеленского. Ну, естественно, с участием слуг. И на совершенно других основаниях. Либо может быть не создана. И тогда будут новые выборы. Оба варианта выгодны и ах, какому инвестору, и Авакову. И, собственно говоря, и Дмитрию. Поэтому очень опасно сейчас на лишении мандата Дмитрия сошлось слишком много интереса. Если его лишают мандата, в таком случае мы входим в полномасштабный политический кризис. Естественно, Дмитрий тут просто выступает инструментом и аргументом в этом всей войне. Если он сможет с этого что-то лично себе сторговать и что-то с этого получить, это будет великолепно. Если нет, ну, это уже личные проблемы каждого. Это большая война Саросят, Ахметова, Пинчука с Зеленским, ну, и его окружением. Кто в этой войне победит, сложно сказать. Но если Зеленский, ну, он опять же стоит перед дилеммой, если он, ну, чисто по-пацански, да, сказал, что я Диму, значит, не просто сниму, но и выгоню, то либо ты держишь свое слово и выгоняешь, и тогда страна влетает в огромнейший политический кризис перед зимой, а тут еще будут энергетические, социальные и другие кризисы вместе взятые, включая экономические, и еще и перед голосованием за бюджет. Ну, это вообще полный тотус, что называется. А если ты не лишаешь его мандата, то в таком случае все равно другая сторона может сделать то, что она, грубо говоря, заготовила на случай изгона Дмитрия, и все равно Зеленскому капец, скажем так. Ну и плюс твои сторонники будут считать, что ты, ну, мягко говоря, не держишь свое слово, то есть ты царь не настоящий, то есть вроде стукнул по столу, а кино нет. Пацан поэтому сказал, пацан сделал, за базар надо отвечать. Пане Михайло, и на завершение нашей розмови Дмитро Гордон та Євген Комаровський сказали про те, що вони лоханулись, підтримуючи Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року. Чи правильно я розумію, що Гордон лох, Комаровський лох? І тоді таке питання. Пане Михайло, а ви також лоханулись тоді, підтримуючи Зеленського? Я, храни мене, Господь, я все описав, я, ну, що мені тут гріха таїть, я підтримував Тимошенко, точніше, підтримував ідеї, які несла Тимошенко. И в первом туре я полностью поддерживал Тимошенко. И сейчас готов подписаться под всеми теми идеями, которые мы тогда отстаивали. Но во втором туре я сказал, что поскольку уже больше вариантов нет, и вы решили выбирать между Порошенко и Зеленским, я буду поддерживать Зеленского. Почему? Потому что этот человек единственный, кто, опираясь на собственную глупость, готов разрушить пост ОРСР. Ну, то есть полностью снести, грубо говоря, государство. Ну вот он это и сделал, но я точно так же в своем пророчестве четко сказал, что я-то ворона, знаете, как-то ворона на борту самолета принялась разбирать его, да, и звери, давайте вместе, давайте, давайте. Самолет разобрали, он падает, да, ворона расправила крылья и летит, спрашивает у нее звери, а что нам делать? Она говорит, я не знаю, если у вас крыльев нет, то что вы разбирали этот самолет? Ну, приблизительно вот так, я это написал еще в феврале, перед выборами президентскими, поэтому моя совесть абсолютно... Я сказал, что я-то, в принципе, выживу в этой всей ситуации. А найдут ли вас под завалами, это уже вопрос. Вот. И, ну, народ все равно не поддержал те идеи, которые мы несли. Во втором туре я голосовал осознанно. Поэтому абсолютно у меня все, грубо говоря, так сказать... Пане Михайло, а что с лохами тоді робити? А теперь идем про лохов, да? Знаете, а лохи все-таки мы. Да, вы думаете, это Комаровский с этим, с Гордоном лохи? Нет, конечно. Вы знаете, они как-то удивительно колеблются вместе с курсом «Ах, какого инвестора!» «Ах, какой инвестор!» внезапно побил горшки с Зеленским из-за угольного рынка. И вы знаете, эти двое, простите, из зоопарка говорящих голов его канала, внезапно вместе с Ахметовым прозрели. О, и сказали, они лохи. Нет, они не лохи. Они покушали нормально. Что в прошлый раз, что сейчас. И кушать будут всегда нормально, судя по всему. А вот лохи это мы, которые верили этим двум говорящим головам.
Вот это мы лохи, да, реально. Ну, я, собственно говоря, не верил, поэтому мы это очень узагальнено. А если кто-то верил этим двум говорящим головам, зависающим на телеканалах, ах, какого инвестора, ну так мои вам соболезнования. Я просто удивляюсь, почему, ну, для меня только один. Вот эти двое вышли и сообщили вот такое-то откровение внезапное, которое их посетило вместе с мыслями, ах, какого инвестора. А почему они по дороге или где они забыли Смешка, Лешка и других товарищей? Потому что, ну, как-то дискриминация, мне кажется, какая-то образовалась на этом рынке. Пане Михайло, хто знає, можливо, це було просто щиросердне зізнання. Я вам дуже дякую за цю розмову, за це спілкування. Політичний експерт та головний анархіст України Михайло Чаплига сьогодні був разом із нами. Дякую нашим глядачам за увагу. Найголовніше – бережіть себе.